Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Морозный эвенкийский антициклон, постепенно опускаясь к югу, все-таки продавливает теплую фронтальную систему Западной Сибири обратно через Обь к Иртышу, но пока не глубоко. А теперь о погоде более подробно. В четверг, 19 января, в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. В темное время суток минус 16-18 градусов, в дневные часы синоптики прогнозируют минус 10-12. А теперь прогноз на последующие двое суток. 20 января небольшой снег. Ночью минус 14-16, в дневное время ожидается минус 12-14 градусов. 21-го без осадков и похолодает. В ночные часы 26-28 мороза, днем температура существенно не изменится и составит минус 24-26 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.